Строению городу Ульяновского города трудовой доблести и депутаты законодательного собрания поддержали это начинание. Но собрал я вас и пригласил совершенно по другой теме. В связи с кадровой перестановкой на сегодняшний день в регионе правительства Российской Федерации я принял решение и с сегодняшнего дня покидаю пост главы города Ульяновска. По состоянию здоровья, потому что уже на сегодняшний день достаточно с 5 часов утра работать до позднего вечера, включая субботу и воскресенье. То есть вот я принял такое решение. Кто будет исполнять обязанности главы города? Обязанности будет исполнять Игуменин Владислав Владимирович, потому что он первый заместитель. Сычев исполняет обязанности первого заместителя, поэтому прошу любить Игуменина Владислава Владимировича. Сергей Сергеевич, я правильно понимаю, что вашу отставку должны еще согласовать депутаты городской думы? Нет, они ее согласовывать не должны в соответствии с договором. Я пишу заявление и освобождаюсь от занимаемой должности. Согласовывать они не должны. Чем займетесь? Что? Чем займетесь? Я чем займусь? Ну, найду я для себя. Я очень люблю природу, люблю спорт. Потом у меня есть семья, есть дети, есть внуки. Ну, с городом и с управлением, во-первых, спасибо вам всем большое на протяжении ряда лет, которые я работал в качестве и депутата, и главы администрации, района, города, главы города. Вы всегда оказывали мне содействие, я всегда находил у вас поддержку. У меня не было ни одного скандала с журналистами, это надо признать. И это не то, что каким-то я просто смело отвечал на все вопросы и всегда был открыт и продолжаю быть открытым. Спасибо. Сергей, как вы оцениваете свою ну, оценивать можно, вы понимаете, сам себе оценку сложно давать, но у меня вот на столе лежат документы, то, что мы и 19-й год, и 20-й год, январь месяц, мы заняли 5-е место в Приволжском федеральном округе по социально-экономическому развитию, где обошли очень серьезные города, такие как Саранск, Оренбург и многие-многие другие. Это говорит о том, что оценка-то, в принципе, наверное, даже не мне, оценка команде. А команда работает неплохо. Я понимаю, что есть вопросы, но вы видите, что город стал совершенно другим. Город стал более ухоженным. Я понимаю, что вот сейчас об этом говорить может быть и не время, потому что распутится, потому что грязь, потому что снег. Но, тем не менее, вы видите, люди работают, техника работает. Мы никогда в начале марта не испытывали таких плюсовых температур. И, конечно же, но мы были готовы. Вы помните на протяжении ряда лет, когда асфальт забивали красным кирпичом, не имеете техники и технологии по обработке вот данных вот этих вот выбоин на дорогах. Сегодня мы работаем техникой. У нас работает 10 бригад, и которые активно сейчас работают. Вот.